Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы вместе будем листать дополнительный каталог. Он называется «Выгода плюс» и действует со второй недели основного каталога. Доступен он всем, кто размещал заказы в девятом каталоге, от 100 баллов суммарно. И мы сейчас вместе полистаем каталог, и я вам покажу любимые продукты и скажу, на что обратить внимание. Я вам желаю приятного просмотра. Каталог «Выгода плюс» начнется с 18 июля и закончится 31 июля, как и основной каталог. Обратите внимание, что при заказе на каждые 10 баллов вам будет добавлен специальный случайный бонус за 3 рубля. Бонус — это пробник, тестер какой-то, то, что вы можете попробовать сами или вложить в заказ своим клиентам. На первой страничке нас ждет роскошный аромат «Люсия Брайт Аура» 799 рублей. Аромат просто вау. Недавно у меня его заказала подруга, мы вместе его распечатали, попробовали, и я была удивлена, потому что из пробника я не ощутила, насколько это классный аромат. Честное слово, я в восторге, и когда я встречаю подругу, она мне каждый раз говорит: вау, какой крутой аромат, и пахнет, конечно, от нее очень вкусно. В состав входит белая смородина, незабудка и кедр. Но это три основные ноты, конечно, в каждом аромате нот очень много, но это те самые ключевые, которые ярче всего звучат. Следующая страничка — декоративная косметика. 8 оттенков губной помады, 5 в одном с глянцевым финишем. К сожалению, у меня ни одной такой помады нет, но есть на канале обзор, где я эти помады тестирую. Всего 199 рублей, отличная цена. А блески для губ стойкие, отличный вариант, особенно для лета. Я сама блески очень люблю, у меня их разнообразие. И вот один я вам сейчас покажу, как раз сияющий розовый из этой коллекции. Вот тут вот мы попробуем. Он весь переливается, весь сияет. Такой красивый, классный блеск. Я довольна им. И на губах он лежит приятно. И у него практически нет аромата, поэтому мне он нравится. И вам тоже рекомендую пользоваться блесками, потому что с ними чем хорошо, можно поверх помады наносить блески отдельно, с контуром, без контура, и они будут делать визуально губы объемнее, они будут смотреться более сексуально. Так, дальше здесь Азе бальзам с SPF 25 за 199 рублей. И вот, по-моему, у меня именно такой бальзамчик хранится на всякий случай. Вот он, персиковый. И я вам сразу могу сказать, что он мне не понравился. А у него классный цвет, у него хороший состав прописан, SPF высокий, но когда я наношу на губы, у меня внутри, во рту горечь появляется. И я читала отзывы разные, кому-то подошло, у кого-то тоже горечь. Поэтому я думаю, не стоит рисковать. В Oriflame есть классные бальзамы, очень достойные. Лучше брать именно уже проверенные варианты. Следующее — это ванночка для маникюра. Мне кажется, это очень удобно, особенно для тех, кто делает маникюр дома самостоятельно или кому-то делает. Такие ванночки — это, конечно, уже как профессиональный подход к маникюру. 4 оттенка лака. Лаки в Oriflame, вот часто спрашивают, хорошие или нет. Вот, на мой взгляд, вот именно эта серия, я ее люблю, серия The One, она мега классная, очень крутые лаки. Они хорошо растекаются по поверхности, по ногтевой пластине, быстро сохнут, дают такое глубокое, ровное покрытие. И они стойкие, но я не могу сказать точно сколько, потому что все зависит от ваших ногтей. Например, на моих ногтях очень плохо держатся любые лаки. Даже когда мне делали нарощенные ногти, наращивание, то они тоже плохо держались. То есть это моя такая особенность. Следующая страничка — карандаши для глаз. Я вам покажу черный. Карандаши отличные, они хорошо затачиваются. У них получается высокая стойкость, карандаши не размазываются и служат долго.
То есть у них такой хороший грифель, по веку тоже прекрасно идет скольжение, наносятся они классно. И, конечно, с ними получается красивый макияж. А следующее — это трафарет для контурирования. Вот смотрите, если вы не знаете, как, куда наносить специальные средства для контуринга, то, конечно, им можно воспользоваться, всего 49 рублей. Но, на мой взгляд, у каждого настолько разное лицо, строение, форма, что лучше, конечно, посмотреть уроки косметологов, визажистов и понять, где именно ваши вот эти линии, куда вам нужно носить тени, а где высветлять. Следующий продукт — это палитра маскирующих средств. У меня, кстати, есть такая палитра, моя в самом светлом оттенке, вот такая вот малышка с зеркальцем, вот такая вот прелесть. И здесь два оттенка, один розовый, другой бежевый. Розовый у нас перекрывает синий, а бежевый — пигментацию. И это пудра, то есть сверху, чтобы замаскировать, то есть вот такие классные оттенки. Самое интересное, что высокая плотность, но при этом не сворачивается средство и отлично маскирует, вот прям супер, и пигментацию, и темные круги под глазами. Я очень им довольна. Следующая страничка — это зеркало. Посмотрите, оно тройное, то есть оно одно обычное, потом идет с увеличение и еще больше увеличения, то есть очень удобно, у кого плохое зрение, например, чтобы подправить, сделать коррекцию бровей, накрасить красивую стрелку, да, посмотреть, насколько все аккуратно прокрашено. Следующий — это спонж для макияжа, он тоже очень крутой. Вот смотрите, с одной стороны у него такая силиконовая накладочка есть для того, чтобы распределить тональную основу по лицу, а далее уже самим спонжем мы делаем тушевку. Классный спонж, я дочке такой брала, она очень довольна. Далее мультифункциональный матирующий крем-тон для лица AZ крем. И чем мне он нравится? То, что на лице практически не заметен вообще, отличный высокий SPF 30. И, конечно, он прекрасно показал себя, многие его с ним знакомы и очень любят. Я буду такой заказывать дочке, вот самый светлый оттенок она меня просила, я ей закажу. Следующее средство, которое, к сожалению, сняли с производства, это серия Eco Beauty. Надеюсь, она когда-то вернется. Это натуральная серия у нас была, вообще волшебная просто. И сейчас некоторые продукты можно заказать, попробовать. Сейчас очищающее молочко и освежающий тоник за 399 рублей каждый. А вот маска, это легендарная, мне кажется, маска такая с розовой глиной, она очень хорошо восстанавливает кожу, очищает ее, напитывает. То есть это уникальная маска, и когда вы посмотрите на цену, вы поймете, что она не простая, это очень классная маска. Раньше я ее частенько заказывала. Крема для рук по 79 рублей всего. Я всегда, когда вижу такие цены, думаю, так, беру на подарки клиентам. Эти крема по 75 миллилитров, то есть нормальный стандартный объем, очень удобные, отличная консистенция, прекрасно впитываются, увлажняют, не жирнят, не оставляют липкости и всегда обладают приятными тонкими ароматами. Поэтому вот такие крема в Oriflame можете брать прям смело. Хотя вот у меня претензий к кремам для рук в Oriflame вообще нету. Носки. Подарочный набор. Будет два оттенка. Кстати, можно на одной ноге носить яркий, на другой светлый. Тоже будет прикольно. Один серый, другой красный. 599 рублей. Размер безразмерный от 36 до 39. Так что, кому нужны носочки хорошего качества, налетайте. Так, следующая страничка. Здесь у нас серия с очень вкусной ягодой, с черникой. И мы здесь видим крем для душа 200 миллилитров, а крем для лица и тела 150 миллилитров. То есть смотрите тоже на объемы, они немножечко отличаются от привычных нам объемов, но
Качество у этого продукта отлично. Я много раз брала такие наборы. Мы всей семьей любим эту серию, и я всегда рекомендую и на подарки. Единственное, что дизайн все-таки более зимний, поэтому у меня особенно на ура эти серии уходили зимой на Новый год. Брали по 10 и по 15 наборов в организации, кто 3, кто 5, потому что это очень красиво, вкусно, отзывы прекрасные. И здесь еще есть такая мочалка в форме розочки, но мне кажется, эта губка, она абсолютно бесполезная, ну не знаю, как баловство какое-то. Может быть, просто как для оформления подарка. Ну и я не думаю, что такая прослужит долго, хотя сама не пробовала. Так, следующая — туалетная вода для мужчин с таким глубоким древесно-пряным ароматом. Шикарная вода Men's Collection Dark Wood. Светлый табак, гвояковое дерево, черный перец. И я когда читаю вот этот состав, у меня просто текут слюни. Вот реально крутой аромат. И несмотря на его цену, и обычно показывают невысокую стойкость у этой коллекции, но на практике, как показывает, стойкость хорошая. Прям хорошая стойкость, 5 часов, 6 часов спокойно мы слышим аромат. А вот следующий аромат — это туалетная вода Divine Royale. Невероятный восточный аромат, у меня он есть, обожаю этот парфюм. Он и красив по дизайну, и он прекрасен по составу. Почему-то я всегда думала, что восточный будет тяжелым, но этот сломал мои все стереотипы. Он такой невесомый, прозрачный, легкий, манящий, сексуальный, очаровательный аромат у него в составе. Давайте посмотрим. Мандарин, амарилис и сандал. Так, ну, очень все мягенько переплетается. Аксессуары. К сожалению, в Oriflame сейчас аксессуары убрали. Это моя большая печаль. Поэтому радуемся тому, что есть. Вот такая сумка двухсторонняя. К сожалению, не могу показать ее крупным форматом. Но вот так вот, как видно, ручки на узелочках. Можно, кстати, их снимать. Сумку можно сворачивать вот таким образом, будет как мини-клатч. То есть напополам свернули, получился клатч или в одну сторону, или в другую. То есть если у вас немного вещей, можно взять под руку или нести на плече. Внутри есть карман на молнии, сумка на подкладке, прекрасная молния тоже. Очень такая красивая. Но самое интересное — это фишка сумки, то, что здесь в самом донышке можно вот так вот затолкать вовнутрь края, и внутри будут клепочки. Я сейчас попробую вам продемонстрировать. То есть вот так мы видим клепку, застегиваем, и у нас получается сумка с зауженными уголочками, то есть в такой необычной форме. Формы необычные, я ее называю сумка-трусы, потому что это действительно похоже на такие трусики. Но на самом деле это смотрится прикольно, притягивает внимание. И сам материал очень ноский, приятный такой, пятнышки такие приплюснутые, гладкие. А сам бежевый мех, он ворсистый, он приятный на ощупь. Сумка огонь просто, обожаю ее. Когда я увидела ее первый раз в каталоге, у меня даже сомнений не было, что я ее хочу, я ее беру. Далее, платки, сумки. Я, кстати, видела вот эту сумку Transformer. Она из очень мягкого материала под кожу, невероятно приятная по ощущениям. Сумку с перфорацией тоже видела. Сумка Shopper классная, у нее такой приятный оттенок, он как бы золотой. И немного как-то вот переливается хамелеон, как хамелеон. Выглядит, конечно, здорово. Бижутерия. Но вот такого у меня нет, серьги с кистями. У меня есть вот такая вот длинная на цепочке с кистями подвеска. Но
Сразу вас предупреждаю, я ее много не носила, но материал потемнел. Кстати, у меня такое впервые в Oriflame, чтобы бижутерия как-то изменила цвет. Я не знаю, что на нее повлияло, но, как вы видите, здесь прям есть такие проплешины серьезные, что уже носить ее не получится, поэтому не рекомендую. Я не знаю, почему так произошло, и в разных местах пятнит. Ни с чем рядом вроде бы не лежала. У меня все бижутерии отдельно. И даже если говорить про кисти, они все-таки в основном всегда на ткани лежат, на одежде, но почему-то тоже потемнели. Затрудняюсь сказать. Может быть, я ароматом на них попала. Но, к сожалению, такая красивая штучка теперь вот не будет использована. Так, ожерелье с синими кистями. Оно будет так забавно смотреться летом на загорелой коже с каким-то вот сарафаном, если тем более что у вас в цветовой гамме будет тоже что-то синее, это будет невероятно красиво. Следующий набор гвоздиков, гвоздики, будет три пары. Это универсальный набор, мне кажется, он нужен каждой девушке, чтобы было такой вот на каждый, на все случаи жизни какие-то маленькие такие пусеточки аккуратненькие. Далее серьги оригинальные под handmade, как будто это ручная работа, переплетено, все очень красиво выглядит. И серьги кольца с жемчугом. На ком-то смотрится правда красиво. Когда я мерила на себе, мне показалось, что это очень громоздко, массивно. Ну, как-то не в моем духе. И я их для себя сразу вот отвергла. Но я видела на других девушках тоже Oriflame. Мне показалось, что это очень-очень круто. А вот очки я забыла взять. Сейчас, секунду. Вот такие крутые очки всего за 299 рублей. Я их обожаю, в лето я с ними практически каждый день, видно, тут у меня даже следы тональной основы. Очень удобные, стильные, необычно выглядят, все обращают внимание, я от них в восторге. Кто-то говорит, что мне они не идут, но в основном все такие: вау, как тебе классно, особенно когда волосы распущены, то это, конечно, выглядит очень необычно. Ну, я думаю, стоит попробовать. И классный пластик, очень хорошо защищает от солнца и комфортно в этих очках, очень комфортно. И они вам придут в чехольчике в таком позитивном, и специальная салфеточка, чтобы протирать стекла, пластик вернее. Очень классно. И завершает, по-моему, уже, а нет, не завершает, еще нас ждет с вами плед-сумка с тропическим принтом, то есть вы можете взять с собой куда-то на пикник или на пляж, очень удобно, все компактно, а потом разворачиваете, у вас получается такой большой плед. Тушь с двойным эффектом, мультифункциональная. Вы знаете, у меня есть аналог тоже из новинок. Я просто хочу вам показать принцип действия этой туши. У нее получается двойной колпачок. То есть, если мы достаем с нижнего колпачка, то вы видите, у нас тут тушь снимается и остается совсем немного туши на кисти. А когда мы хотим сделать густые ресницы, то мы достаем нижний колпачок. То есть, верхний у нас отличное разделение. Длина, нижний объем. Вот такой у нас получился обзор. Я вам желаю всем быть всегда в премьер-клубе, чтобы иметь доступ к такому прекрасному каталогу и доступ к большим скидкам. И всем вам желаю красоты, успехов и всего самого-самого классного. До новых встреч!